Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, опухоли у детей встречаются крайне редко. Многие специалисты относят их к орфанным заболеваниям. Но редкость не означает отсутствие проблемы. Проблемы существуют и в диагностике, и в лечении злокачественных опухолей у детей. На Петербургском онкологическом форуме 2017 планируется рассмотреть многие вопросы, касающиеся детской нейроонкологии, молекулярно-генетической диагностики злокачественных опухолей у детей. Приглашены специалисты с мировым именем. Благодаря обмену опытом мы повышаем свой кругозор, решаем вопросы, касающиеся определенных ситуаций. Не бойтесь учиться у успешных людей, не бойтесь брать у них примеры. И, возможно, мы решим многие вопросы лечения злокачественных опухолей. Приезжайте, вы не пожалеете.